друзья, а сейчас я хочу подозвать поближе Леонида Бенедюсюка, того, который потерял свою колотушку. Так, Леня, вот он у нас замечательно играет, еще и танцует, и демонстрирует свои коронные прыжки. Итак, Леонид, прыжок. Вот так вот. Этого замечательного артиста с днем рождения. Не просто день рождения, а две пятерки ему исполнилось. По этому поводу мы вручаем ему от ансамбля «Кобрынские гармонии» вот такой патрон. Поэтому пожелаем ему здоровья, творческих успехов. Ну а сейчас нашу концертную программу продолжает Валерий Шевчук. Песня называется «Купалушка» наших белорусских любителей музыки и гармонии. Впервые исполняется у нас здесь, как бы еще никто не слышал. Представим наш тут. Ты рядом, что порой.